нам эти деньги возят. По какой причине Сбербанк выдает кредиты в европейских странах по ставке 1,4% годовых, а в России 12%? А почему должно быть иначе? Вся наша банковская система по российской конституции, принятой российским народом в 1993 году, является не нашей банковской системой, вместе с главой Центральным банком. Это система обеспечения американского доллара. А рубль для них, для банковской системы, это вспомогательная валюта, которую они используют в объемах закупленных долларов. То есть такой... Вы что, народ, поставили нахуй? Хочу показать вам наш российский Сбербанк, только в Праге. Под какие проценты дает кредиты. Вот потребительский кредит. 3,9%. Без проблем. Ипотеку сейчас покажу. Ебанетесь. Ебанулись. Это наш российский Сбербанк. Вот ипотека 1,5%, а если поручители, то 0,8%. Сбербанк. Вице-президент и руководитель дирекции ЖАР ПАО Сбербанк Андрей Шаров. Добро пожаловать на территорию смыслов. Так. Здравствуйте, меня зовут Султан, я представляю команду 50. Я бы хотел спросить, вот сейчас очень актуально развитие малого бизнеса и все остальное, вообще в общем, в целом развитие. Почему у Сбербанка процентная ставка по России 12,9, а когда тот же Сбербанк его выдает в Чехии за 6,9? Этот, друзья мои, я сейчас к помощнице Кате обращаюсь. Дело в том, что я привез два диска с собой. Я вот думаю, этот парень заслужил точно диск за самый острый вопрос. Друзья мои, спасибо огромное за общение. И это вам урок коммуникации. Спасибо огромное за общение. Чтобы не быть голословным, я все-таки предпочел бы оставшиеся 30 секунд потратить на то, чтобы вы услышали музыку, которую я пишу. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Это какой-то позор. Прошу вас отнестись к этому с пониманием.